Всем привет, с вами канал Рыбалка в Сибири. Мы с Саньком копошиться, мы в лодке не можем никак отойти. Уже все рыбачат, ловят рыбу, таскают. Мы все стоим на берегу, копаемся кого-то. Да, с успокоительным. Вот сегодня 19 октября. Лежит снежок на бережках. В приоритете половить налима, вообще просто налима хочется. Ну и а там что попадет, судачки. Так, а что таблетки? С нами Салар 380, Ханка 9,9 спиннинг, максимум 7,35 тест, длина 2,70. У Сани у тебя что? Графити Ераспро 15,50. Вот так вот, ребята. Не шутит нифига. Короче, выдвигаемся. Погода шикарная. Минус 4, ну блин, пока тепло. Мотор прогреваем и валиваем. Короче, пришли на место. Саня решили сразу мандалы проверить. Не мандалы, Саня, хочешь мандалы? А я поролоночку поставлю рабочую. Рыбка в эхолоте какая-то кажется. Но не... посмотрим, короче, что там сейчас. Вот такое местечко здесь. Там мужичок он на ямке стоит, но мимо проплывали, чик засухарился такой. Видимо, что-то там уже выдержал, неважно. Это масло взял. Все отлично. Короче, мы готовы. Вот ветра нету. И, кстати, нормально. Хотя обещали ветерок. Вон, смотри, лед намерзает. Ага, вон на тюльпане. Ну. Ладно, сейчас найдем, на что ловится, покажем. Ну, обязательно. Так, друзья, первая поклевка на мандулу. На хороший. Вот это лапоть. Вот такие судачки. Вот на такую мантулу. Вот это уже что-то интересно. Это уже, а, лапыш. И хороший такой стучочек был. С почином. Сука, прям, блядь. Да ты кольца просто в воду пускай, сразу отходит. Зачем так делаешь? Да. Конечно. Ты что, не рыбачил зимой? Не рыбачил. А, вот, учись. Да в воду пусти его. Все. Все, что ты? Все работает. Друзья, поклевка какая-то непонятная. Саня, сядь, не суетись. Сядь. Что ты засуетился? То ли забагрил, то ли что кого-то. Прям интересная поклевка. Непонятно. Я говорю, щучку забагрил. Я говорю, что-то не то, блин. Не прижимай к борту. Уже борта прокололи так, 100 раз. Ну давай. Щучка взяла нечестно. Вот такая приманочка. Работает по спинкам. Прям в деле. Риксинг, да? Ширина была хорошая. Советы, да, какие? Санька, молодец. Первый трофей. Что думаешь, судачок? Щучка. Вот видишь, она мажет. Да
Подожди. Ну вот, щучка на приманку под названием. Ага, вон. У нас просто соседи здесь. Мы громко не орём. Ну что, Саня, с почином. Красавчик. Все. Так, давай, давайте. Короче, Саня решил поставить красивого запрещенку. Она примерно мандула это. Где-то сантиметров 50-60 длиной. На ней 27 тройников. И Саня сказал, сейчас будем, говорит, багрить. Не знаю. Не, будем честно ловить. Честно? За глот. Это честно? За глот. Если это честно, тогда я испанский летчик. Ладно, давай. Короче, друзья, замерзли мы что-то вообще с непривычки. Вот на лодке снег. Вот. Там снег. Саня замерз, я замерз. Ну что, поехали домой. Время 2 часа дня. И что-то прям клёп вообще прекратился. Ни налима, никого. Ну вот два судачка. Одного отпустили, одного взяли. И две щучки. Две щучки? Две. Ну у Сани поклевка была вот на этот длинный, на длинную мандулюну такая, так чуть спинник не выбил у него. Ну, пока вот так вот на сегодня. Все, всем счастливо, всем пока. Всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.